Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и вас ожидает ФФА сериал «На шестерых» в Sid Meier's Civilization 5. В моей группе проходит турнир, в котором я решил поучаствовать, но не ожидайте от меня, конечно, великих свершений. Всё-таки, давненько не было игровой практики и так далее, но я буду стараться всячески. И вот первая игра, я выбрал нацию Майя против игроков Лекса, который играет за Польшу, Причера, который играет за Швецию, Свимер Про за Данию, Лорда Ринга за Португалию и Этерны за Египет. Игра получилась длинная, поэтому будет разбита на серии, но и традиционно прошу вас не писать бессодержательные спойлеры и не оскорблять участников. Приятного вам просмотра! Эти рабочие сейчас меня пойдут тут. О, могу последнюю четвертую религию основать. Так, забрали мой иудаизм. Так, я за Майю. Тогда давайте тингризм. Так, что у нас осталось? Счастье, миссионеры. Плюс 15 влияния на города-государства с этой религией. Ладно, плюс культура за каждых 5 в чужой этой. И Feed the World. Мне и так еды немерено. Ну, кстати, почему бы и не взять? Или взять счастье. Давайте плюс одно счастье за каждое свет. Ну, у меня святилище — это мое уникальное здание в мае. Так что возьмем его. Тоже, видите, не очень. Ну, примерно вот у датчан, например, такая же территория, как у меня. Апнем в мечника. Зачем? А, что за кого хочешь? Что? Что за мрамор хочешь, это австриец? Блин, плохо слышно. За мрамор? Да. Сейчас скажу. Ну, твоего ничего. На самом деле. Плохо. А так? О, хорошо. Ну,
Так. Посел все-таки пускай там построится. Каргашип рано. Давайте, наверное, блин, оракул, конечно, получше будет. Давайте оракул. 7 а ходов, что, не будут сносить атак, 5 кого-то ходов. В Египет полностью? Чай донесу. Знаешь, так отстал тут. Приличненько. Не знаю, где тут швед, конечно. Вот и Мачу-Пикчу. Ну, сейчас у австрийца куча денег будет. Ни хрена себе. Что тебя удивило? Мачу. Так он вышел в него с библиотеки вообще-то. Или ты не обратил на это внимания? Да, я не обращал. Золото. Да че, ну тебе ничего из шведских люксов не нужен? Нет. Так, давайте я куплю лошадок, а то как-то грустно. Просто одно производство. Блин. Блин, не должно быть, не смогу. Построить каменную мастерскую. Где тут были варвары, которые меня разграбили? Может, зря я на потратил, то я не смогу купить какао тут. Блин, у меня производство вообще. Вообще печаль в два раза меньше. Просто в два раза меньше. Несмотря на то, что как бы у меня все города как раз на производство стоят. Ну, у шведа, правда, 4 города. Тем не менее. А кто построил стену? Швед.
Я смотрю, швед огораживается, да? Ну да. Но тут только я к нему пройду, больше никто никак. Швед. В металлкастинг. Ну слушайте, он в мастерские вышел. То есть он хочет сейчас максить производство и сносить? Ну да. Ну готовься. Чем? Ну слушай, когда у меня будет два апельсина, я тебе дам. Давай вот пока так. У тебя, ну, четыре апельсина, никак не наработаешь. Что больше? Уже скоро все будет. Ну, блин, реально, где варвары, которые разграбили торговый путь в Коломбо? Блин. Пожалуй, отойду. То, блин, этот меня атакует, и этот. Пускай того мечника атакуют, потом мы посмотрим. Блин, надо было сюда плыть с этими, разбираться. Потом вниз проплыть, посмотреть, что там у австрийца. Все, закрыли традицию. Thank you.
Лекс, ты счастлив? Безумно. Пойдем этот чеченицу обрабатывать. Она будет скаутом. Все. Какао забрали. Значит, тут будем ставить город. Ну, потому что... Что вот ради чего? Еще одних цитрусовых и бизона? Так там поинтереснее место явно. Ну, exploration, естественно, ради плюс 3 производства на прибрежных городах. Привет, швед. Шведский конец. Пять солей. Понятно. Хороший баланс. Ну да. Ну блин, если мы все вместе соберемся, то... Чем? Ну собирайся. Все вместе мы соберемся, когда мы сможем достать до него. А так мы ничего не сделаем. Даже если бы у меня нормальный старт был, а не говнище, то... А города у него под горами или так? Ну, два города под горами. Столица или какие-то другие? Столицы нет. Ну, все равно неплохо. Ричард, а мне остальных игроков можно как-нибудь найти вот по этому мага? Ну, возможно, ты больше Малаки проплывешь от Ичанина, но я не уверен. Спасибо. То есть мне идти на него сейчас, ну, в таком положении, это тупо выход из игры. Даже если бы у вас были деньги, чтобы там апаться у него этих чуваков своих. Вена 12. Ну, он отъедает караванами.
само собой понятно. Нос. А мне, у меня даже счастья не было, чтобы отъедать. Ну, как бы у меня еда сама по себе есть, но у меня счастья не было. У меня вообще два ресурса, да, в принципе, баланс. Роскоши. Отличная штука. Хотя вот еще два. То есть вот эти я их не использую. Я вообще нищий. Спасибо, я не знал вот без тебя. Может поставить пятый город? Вот тут. Просто ради этих ресурсов. Не говорить, у тебя вообще нищий. Ну, так что, ФФА на это есть ФФА, мы все зато объединяемся. Да все нормально, еще никто не так не вырывается. Там может и Лекс сейчас будет вырываться. Чудеса тоже всякие. Вы все там строите втроем чудеса. Ничего не оставляете людям. В смысле, мы что же люди? Остальным людям, да. Оговорился. У меня вопрос, Петру никто не строит? Ну, у меня нету пустыни. То есть я думаю, что там швед будет, у него там какой-то... Да, там у него... Как хорошая встреча. Ну, вообще, я вот только Петру могу. Ну, я уверен, что я просто не успею. На N-кушной мапе там же дисбалан. Тут можно кидать скрин Стокгольма и скрин моей стольны. Просто отлично. А вы там, а как там идете-то, ребята, хоть? Молоткам близко к притчеру или нет? Кто там? Я... нет. Я датчанин второй, вообще-то очень близко даже. Очень. Датчанин? Я третий по молоткам, у меня всего 30. Еды, смотрите, сколько. Ну, у меня 40. Не знаю... А, нет, не 30, 41 у меня молоток. Не знаю, что вы там делаете. Так ты волевик? Можешь открыть, посмотреть. Ну да. Ну, если бы я сыграл тут в традиции. Ну, зато на море не будем воевать. Зато я соседа вынес. Халочка. Ну, расставляю юниты по городам, чтобы они деньги а мне еще как кого-нибудь не тратили. Можно найти, вот, плывя по этому морю? Думаю, да. Отлично. А ты дашь мне проплыть? А тебе даже не надо проплывать. Ты сможешь. Мне вот... Нет, ты не туда повернул. Ты там выше... Там проплыв такой... есть справа? Я не вижу тебя, не знаю. Общем, нет, я около твоих рыб. Твои две а, рыбы. Выше, да, выше по рыбам. Все. Ну как бы я войну тебе кину, проплыву один ход, окей? Там не надо кидать войну. А, надо? Надо. Ну... Я тебе трейдиком компенсирую. У меня крабики будут. Через ходов 100, я думаю. Есть двойной у кого-то? Нет. А ты уже какао обработал наконец-то? Да. Но у меня ну, будет на соль меняю. Цифры, не надо на соль менять, ты чё? Никто со шведом не торгует, а ты такой, ну, меняю на соль. А чё, кто? Ну, давай ещё это обработай, тогда я уже тебе поменяю. Так я же говорю, скоро мне обработают цитрусов. Швед, но я не так негативно отношусь к тебе, как остальные. То есть я так нейтрально.
это просто отлично. Видишь, я мог как дурак бороться. Молодец, лизнул. Так, маяк, наверное. О. Вот португалец, мы с тобой встретились. Привет, Халецкий. Чё началось? Чё ж ты не сказал, что у тебя ещё караван тут будет? Ты не раз... всё, мир давай, ты чё? Успей, кинь. Всё, найс. Ты, я думал, я ещё на караванчик там сплю. Неприятно. Не, по-моему, у датчанина намного лучше места, чем у меня. Смотрите, у него тут холмы, производство. У меня погрустнее. У меня все-таки погрустнее. Все-таки я не совсем правильно тут делал. Надо было вначале как можно быстрее ресурсы роскоши обрабатывать и ими меняться. Так, в этом городе пока отменим рост. В Тикале тоже отменим рост. Ставим только в Уксмале. А где Лекса? Лекса-то можно найти. Не подскажешь себе мир? Ой, не знаю даже. Где-то там. Ну, если ты будешь там плыть своей галерой, то ты его не найдешь. Его надо снизу искать. Окей, спасибо. Может, что-то с религией попробовать сделать. Кто у нас чеченец? У нас австриец с шведом на перегонке строит чудеса. Так, вот у меня еще счастье. То есть надо будет рыбацкую лодку еще обработать. Ах, вот какая карта.
Какая? Чё это за... Форты? Карта такая, что я думал, что Стокгольм находится с краю, а он типа по центру. То есть Майя и эти с краю, и португалец с Египтом были с края. Так давайте его со всех сторон зажимать. Да, тут не пройдешь. То есть все. А на море у него есть города, нету? Нету. Ты сейчас так будешь говорить, он пойдет меня снесет со злостью. Боже. То есть ты сидишь, боишься, чтобы тебя не снесли, да? Конечно. Классно. А ты не боишься? Нет. А вдруг сейчас Австрия пойдет на тебя? Ну, я буду отбиваться. Если снесет, значит, он лучше играет. Ну, блин, сидеть просто бояться, что тебя снесут, так это лучше в ЦУ не играть тогда. У меня не проблемы со счастьем. Это ты уже строишь, короче, форты, чтобы детали довозить? У меня просто 9 рабочих, нечего строить. 9 рабочих? Да, ну, конечно, идти по сравнению даже с датчанином, австрийцем и шведом, я хуже... Я думаю, что я тут опережаю только португальцы, и типа Египет еще не вынесены. Ну, с наукой пока все хорошо, потому что мои уникальные здания мне в этом помогают. Так, а давайте-ка мы в Чеченице, наверное, сейчас запустим сюда корабль на производство и будем... Вообще, я прям сейчас даже сделаю рыбацкую лодку. Потому что надо счастье быстрее получать. Алекс, а мы можем на следующий ход заключить? У меня просто в двух городах заканчивается King's Love Day. Да, немножко мне мешает привычка из шестой цивы, там немножко уже другая логика развития городов все-таки.
Маяк и терракотка. Ну, маяк, видимо, викинг построил, да? Терракотку швед. За таких, как ты, бедный волевик, не может собрать дань. Питчер. Сори. А зачем тебе терракотка? Бера чудес. Уже кто-то в Алькамбре, ребят? Ну, как ты думаешь, кто? Чекнем. Притча? Кто бы мог сомневаться? По-моему, одного рыцаря построил, сейчас рыцарь... Не, ну он будет нападать тут, как там бы. Арбалетов пока нету даже. У свимера есть холма, он должен отбиться вроде как. Если швед внезапно будет захватывать датчанина, то я, наверное, его города просто с моря отобью тогда. Вот я говорю, что мне надо обрабатывать ресурсы роскоши и ими меняться, но почему-то этим не занимаюсь. Да что ты испугался, я не буду на тебя нападать. А на кого будешь? На Лёшу Халецкого. Класс. Что-то Халецкий-то там далековато. Это такой тонкий троллинг. Нет, он реально будет на меня нападать. Почему троллинг? Так. Я, наверное, этот караван все-таки из Текаля в Поленки пущу. А уже это четвертый в Уксмаль. Потому что в Поленке... Маловато производства, все равно, несмотря ни на ш, ни на, на все мои усилия. То есть, да, еще не обработаны эти холмы, но я, даже если их обработаю, я не могу на них переключаться, потому что мне тогда еды не будет. Возможно, я был неправ, не ставя тут вот город. Все-таки ресурсы роскоши важны. С другой стороны, я медленно свои цитрусовые обрабатываю, чтобы с кем-то меняться. Тоже как бы не очень правильно. Тут еще специи на обмен. Конечно, понимаешь, что там у шведа 5 солей, но при этом моя игра, мое развитие... Сверокотки 12 тысяч добавилось, так что осторожно, действительно. По юниту минимум было. Можно разрешить вырасти, у нас будет Колизей, так что счастье в плюс выйдет. И вообще вот сейчас уже плюс будет.
кого-то там 9 рабочих, блин. А я тут тремя. Вообще надо бы больше рабочих, конечно. Знаете, в поленке. Амбар, цирк и пара рабочих. Вот так. Блин, в два раза больше. Слушайте, ну, а у второго места сколько производства? Мне прям интересно. Ну, я думаю, что на втором месте австриец по производству. 72. Дания. Дания на втором месте по производству? Да. Ну, охренеть. Конечно, у шведа производство. Это он мастерские построил. Тоже можно расти. О, это интересно. Этот камень прям сильно. Распространю свою религию, чем укреплять ее буду. А укрепление я могу, у меня же будет этот Тимбуктун мой. Бактун. Тимбуктун. Бактун. У меня будут великие люди идти. Я, наверное, первым возьму, может быть, даже и пророка. Хотя... Вот и Альгамбра. Я второй по производству, ну, швед. Какая красивая шведская демография. Прям любо-дорого. А у кого на втором месте еда? Сколько еды? Минус 30. Что, сколько? 30 яблок. 130? 113. Ну, 113. Я так понимаю, что он пускает караваны на еду, а производство у него с его места офигенного. А его этот город с Петрой, там много? Там хорошая Петра? Ну, так себе. Так, а процент к производству тоже швед взял? А процент к производству тоже швед взял от религии? Класс. Да.
Да, вот в Полинке надо бы на еду караван отправлять. Блин, ну фиг. Тупорылая Антананариву. Так, еще производство. Так, а где это варвары появились? Блин. Не рядом ли со мной? Вроде нет. Ходов. Ну вот столица медленно растет. Этот город норм. Этот норм. Этот тоже хорошо. Я уже третий по науке. Not good. Абсолютно not good. У меня, кстати, мало жителей, чтобы сажать спецов в универы. Барабудур. И кто Барабудур построил? Датчанин, серьезно. Будешь религию распространять, да? Тебе не нравится? Ну, мне интересна идея. Так, давайте, наверное, универ. Парни, мне минут 15 надо будет отойти. Как, подкатываете ли я сейф загрузил? А чё так? А чё так, подъедете надо? 200 часов. Так, давайте, наверное, машины реоткроем ради Ironworks. Да и гильдия артистов не помешает. Слушай, Питчер, только давай ты не будешь давать. Что давать? Да, защиту не давай, пожалуйста, этим ГГшечкам, которые ты встретишь. Сказать, более лояльнее к тебе относиться. Найс, я крокотау нашел. В стиле пятой цивы посреди моря. Невозможно вообще никакой город, да.
Так, ну, тут уже не пройти. Горы. Вот австриец явно все у гор поставил. И никак не пробраться тут. Тогда давайте... И что, и тут обратно не... Ладно. Коломбо денег хочет, Лхаса торговый путь. Кстати, еще можно было взять пантеон на джунгли, типа куча культуры, но у меня тут не было таких клеток джунглей, которые бы я обрабатывал усиленно, тем более, что, не знаю, мне кажется, вот на еду от бананов и этих, это лучший вариант. Так что, ты там отходишь или уже отошел? Ну, через 5-7 надо выбраться. Инженер. А в столице? Я не думаю, что этот инженер быстро появится, так что я переключу. Вот, блин. Семь золота вход. Вот что Мачу-Пикчу делает. А, я ж еще дорогами не соединил. Тьфу ты, блин, это... Совершенно забываешь. Опять же, после шестой циллы, конечно. Но мне надо открывать компас и строить гавань. Так, дороги мне... Я думаю, чего у меня мало денег-то? Это я дорогами тупо не соединил города. Нифига я сюда заплыл. Так, 4 хода до мастерской, ну, смогу Ironworks в поленке построить нормально.
Ну, хоть с производством что-то. Более-менее. Пока производство и наука мой конек. Так, кстати, мне благословление. Подожди, какая там способность у Майя? Ну, пирамиды две веры, две науки дают, это я в курсе. А вот после открытия теологии в конце каждого длинного счета календарь каждые 394 года. Я вот думаю, кого первого брать? Ученого или пророка, типа. Один ход. Подождем. Наверное, все-таки ученого надо. Еще, конечно, можно инженера, но откровенно ради какого чуда? Если только ради Пизы, но я думаю, что кто-то раньше выйдет в нее. Я тем более... Может, Нотр-Дам попробовать? Я пока с деньгами, наверное, рынками попробую решить вопрос. Хотя надо поспешить вообще. Тут все клетки на золото обрабатываются. Сейчас клетка купится, и мы будем там золото обрабатывать. Угу. Спешил я с Нотр-Дамом. Использовал инженера на Роттердам. Видите, наука с джунглей пошла. Сейчас еще там торговые посты построить. И вообще будет огонь. Так, у меня три хода до минуса по золоту. Шесть науки вход к сотому ходу уже должно быть больше сотни. Хреново я развиваюсь, короче, здесь. С другой стороны, давайте на следующем ходу отойду, там подкатывается или что. Место, конечно, для этого, парни. Но я не против. Для нормального развития не очень.
он предлагает через австрийца это делать, если у нас нету открытых границ. Португальцы, так ты Египет вынесешь когда-нибудь или забил на него? У него там город остался в Тунде. Мне не мешает. Я отошел, там скоро подойдет. Вроде как очки ему уже не идут. 6-е место 100%, да? Да. Но он будет мешаться же в Конгрессе там голосовать. Я в несчастье буду сидеть. Я это... Город забрал у него на 20-м ходу, на 40-м ходу. Очень кошает, по счастью. Так, и здесь воркболты нужны. Маркет. Давайте парочка воркболтов и универ. Датчанин, глянь предложение. Я не понял, а мы играем что ли или что? Вы что, не откатили? Никто не откатил. Я отходил, я раз откатил, теперь вы должны быть. Ну, давайте сейф, короче, грузить. Мне кажется, что он успел походить прошлым ходом, давайте просто этот откатывать. Да чайное предложение, говорю, посмотри. Че, думаешь еще над предложением? Кому вопрос? А, да, а я хотел тебе уже одну голду в ход уступить. Эх, блин, вот не дожал. Португалец, у тебя столько ресурсов, а двойных нету вообще? Португалец. Да-да, что? Говорю, столько ресурсов, а двойных нету вообще? А есть крабы, но долго их обрабатывать. Thank you.
У меня солидный минус пошел. Сейчас рынки везде построятся. Потом, так, физику можно уже не открывать. Давайте попробуем тогда печатный пресс. Вдруг я смогу пизу. А, ну все равно через физику. Потом тогда компас. А я здесь, пожалуйста. Все, ты вернулся? Да. Можно не откатывать, да? Знаете, что я, наверное, лучше сразу компас. У меня очень большие сомнения, что я пизу. Явно там человек идет прямо в нее. Ну, зачем рвать себе все? Лучше компас открою и построю нужные мне здания для улучшения ситуации с деньгами. И тем более тут еще дополнительно, видите, золото будет от рыбацких лодок и дополнительный торговый путь. Я пущу в столицу на еду, скорее всего. Так, ну что, я все-таки, наверное, ученого возьму. Нет смысла за инженера бороться. Столько фортов понастраивал. Кто, австриец? Швед. Скушай, причем да. Клетки не пустынные. 4 города. 12, 13, 9. Ну, очень неплохо он, конечно, отъелся. Смотрите, у австрийца 19 вена. Странно, что еще не австрийец первый. Правда, не знаю, какие у него другие города, как по еде. Ну, по населению. Так, и тут рынок. Халецкий, ты на что хотел потрейдиться с португальцем? Ну, у меня либо цитрусовые, либо специи. Тебе кидать? А они у меня есть уже двойные? Нет, окей. Я тебе скажу, когда они будут, через... Через два хода, ну, на следующем ходу, в общем, будет. А, окей, окей, тогда. Отлично.
Ну, наверное, следующим ходом я все-таки выйду в ноль по золоту. Ну, в общем, все не очень. Откровенно. Я думаю, австриец будет брать порядок, скорее всего. Я не в курсе, что там у шведа. Мне так точно только свобода подойдет, потому что есть еда, есть специалисты. Ну вот. Датчанин и швед внезапно вышли. Кто-то из них в печатный пресс, а кто-то в астрономию, похоже. Света, у тебя где-нибудь можно чудо увидеть? Нет, у меня нет чудес. А у тебя датчанин. Нет, а есть. Но ты его не увидишь. Ну, а границы дашь Смотрим. можно? А ты чем хочешь смотреть? Колясочкой. Ну, не знаю. Них... Зачем? Не дам границ. Ты можешь его без границ увидеть. Зачем они тебе? Очень, ты даже два чуда можешь без границ увидеть. Скажи, как пройти? Ну, плыви, там дел Хаса, и вниз пробежишься. Далхасу не встретил даже. Ну, под Каупангом, значит, проплывай. Там можешь по земле пройти. Блин, торговый путь нужен. Относительно твоей стольни или стольни Не шведа? знаю, где-то там Ну, на справа от еду в меня. столицу. Я и говорил. Так что у тебя халецкий на трейд-то? Ну, выбирай сам цитрусовый, ну, смотри, цитрусовый либо специи. Кстати, могу с кем-нибудь еще поторговать. У меня два ресурса. А, нет, почему? Странно. Почему у меня? Вау, Рамзес в средневековье. Стоять, потом апнусь. Кстати, вот тут могут варвары появиться. Вот тут. И хана моим торговым путям. Плюс один.
Надо будет все следующие караваны на еду пустить, потому что я медленно расту. Я, конечно, все круто построил, но теперь бы городам вырасти. Когда они, кстати, у меня закончат бегать? Не скоро. Еще не скоро. Немножко у меня шиворот на выворот тут все. Обычно, знаете, все первые караваны на еду идут, но у меня так как было дофига еды, но не было счастья. То есть я не мог никуда расти, в принципе. Ого, что началось. То есть ты с Вимерой вышел в астрономию и еще строишь... То есть я так понимаю, что мне надо начать про тебя волноваться, да? Ну, нет. Я вышел, типа, я и так не заберу никакое чудо это. А так я построю обсерваторию. Ну, смысл нет. Чем мне твои города дадут? Подумай. Ну, я не знаю. Все так выглядит, что ты хочешь на море воевать. Может, ты нет. Из тех, кто ты можешь на место играет, а не на победу. Нет, смотри, ты можешь чекать мое золото и можешь чекать, как я выйду в навигацию. То есть, ну вот и все. Я сколько, один фрегат только могу апнуть. А если, ну смысла нет, я понимаю это. Во-первых, во-вторых, что мне твои города дадут? Так, Харбор. Я у меня и одно переживание пока. Просто как-то пережить. Не знаю, вот это вот нападение от арты или там от самолетов, от чего будет. Португалец. Что кто? Это австриец. Очень нужен краситель слоновая кость. И то, и то. Угу. Я первый по науке вместе со шведом, обалдеть. Ну хоть что-то у меня хорошо. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.